Опаньки. Опаньки, опаньки, опаньки. Что-то клюнуло, ребят. Всем здравствуйте! 7 сентября, на дворе продолжаю разведку новых рыболовных мест, где можно интересно посидеть и добычливо порыбачить на поплавок. Приехал сегодня на водохранилище в надежде на хороший клев. Что у меня из этого получится, увидите в этом видео. Более-менее я определился с местом рыбалки. Сейчас уже на улице самый натуральный дубак. Что-то вроде плюс 6 градусов, так что уже зимняя шапочка, легкая зимняя курточка, сапоги, шерстяные носки, и рыбачить. Не знаю, поймаем мы сегодня что-нибудь или нет, но упираться будем. Рыбачить сегодня будем вот в таком вот заливе. Глубь залива сейчас покрытая зеленкой, а здесь на выходе более-менее чистая вода. И там, где вода более-менее чистая, там есть круги на воде. Вот, собственно говоря, там мы будем рыбачить, закармливаться и пытаться кого-то поймать. По идее, здесь есть и карась, здесь есть и подлещик, и сорожка. Так что я думаю, что свою рыбку мы сегодня все-таки поймаем. Интересное, в общем, тут местечко. Залив небольшой. Утки вон плавают. Рыбку здесь периодически полавливают. Так что сейчас найдем местечко, где можно будет поставить стульчик, рогульку. И где будет видно круги на воде от рыбы. Ну и разместимся и начнем рыбачить. Самый главный косяк сегодняшней рыбалки заключается в том, что я забыл дома опарыши и червяков. То есть с собой у меня насадки животной вообще нету никакой абсолютно. Как мы будем с этим сегодня справляться, ну, я вам все покажу. Надеюсь, что рыба будет благосклонна к нашей насадке. Насадку я забыл, так что сегодня насадка будет у нас одна единственная. Это будет тесто. Причем тесто будет моего собственного приготовления. Делаю я его из вот такой вот сухой картошки в основном. И добавляю туда немного прикорма. Картошку вот эту из пакетов я перевожу вот в таком вот тубусе. Насыпаю немного картофана. Дальше покупаю на Валберис глютен. Глютен нужен для того, чтобы замешать тесто такое, которое не будет слетать с крючка. Значит, перевожу я его вот в такой баночке. Не знаю, банка какая-то. В общем, обычная пластиковая банка. Насыпаю сюда
так как течения здесь нету, непонятно какая будет рыба, вот, то засыпаю глютена немного, чтобы тесто было более рыхлое и лучше растворялось в воде. И также добавляю вот такую вот прикормку. Ее добавляю немного. Теперь закрываю все это крышечкой и перемешиваю. Вот получилась такая вот сухая смесь, в которую сейчас мы нальем немного воды и замешаем, и получится хорошее тесто. Дно в этом месте достаточно плотное, так что не знаю, какая рыба тут будет стоять, но я надеюсь, что подлещик будет. В общем, воды чуть-чуть совсем. Вот так вот. И замешиваем. Так вот замешал. И все. Сейчас закрою крышкой и оставлю ненадолго, чтобы оно немножко постояло. А потом мы его сомнем, и получится хороший кусок теста. Также надо замешать небольшую порцию прикорма. Хотел сварить горох. Ну, насмотрелся Олла и Селона, хотел сварить горох. Но что-то как-то руки все-таки не дошли. Было много дел, занят был. Так что замешаю сейчас обычную магазинскую прикормку. Пахнет вкусно, это хорошо. Когда прикормка вкусно пахнет, прикормка работает. Подставочка вот такая вот у меня. Многие спрашивали, что это за подставка такая. Подставки продаются на Алиэкспресс такие. Вот, металлическая из нержавейки подставка. Вот и все. Ну, можно ловить. Удочка Хирабуна 6 метров. Точнее 6,30. Карповая. Длинная, достаточно жесткая. Более похожая на обычный евромах. Оснастки перевожу вот в такой вот коробке из-под селедки. Оснастка на мотовильце. Ну, прежде чем начинать вылавливать отсюда своих первых карасей и лещей, надо будет промерить глубину. Глубину я буду промерять с использованием каучукового шарика. Здесь вот у меня два поводка. Я их втыкаю в каучуковый шарик. И забрасываю и выставляю глубину на поплавке. Вот. Почему именно каучуковый шарик? Потому что дно иногда бывает очень илистое. Если прицепить сюда свинцовый грузик большой, то он будет проваливаться. Вот. Соответственно, у вас глубина будет выставлена больше, чем она нужна. Вот. А здесь все четко. Каучуковый шарик в воде он теряет вес, но все-таки топит поплавок. И за счет большого объема он на дне лежит. В общем, глубину выставил так, что у меня на поверхности воды торчат две бабушки вот эти вот. Ну и, соответственно, сейчас можно уже делать первый закорм на поплавок и начинать нашу рыбалку.
рядом с поплавком периодически расходятся круги. Это говорит о том, что рыбка есть. Я сейчас леплю маленькие такие вот шарики и буду начинать потихонечку кормить. Кормить сразу много не буду, закину сначала 3 маленьких шарика, и потом, если рыба будет клевать, а я надеюсь, что она клевать будет, буду периодически на каждый заброс подкидывать небольшую такую маленькую порцию. Вот, для того, чтобы у рыбы был постоянный интерес к этому месту. Ну и соответственно, когда в бой уйдет целая ведерка прикормки, я думаю, что должно получиться так, что на точке будет достаточно хорошая концентрация рыбы. Вот. Но это все в теории, как будет на самом деле на практике, сейчас все узнаем. Развел я, в общем, тесто одно более твердое, с большим количеством глютена, другое помягче. Вот насаживал одно, второе, чтобы одно рядышком лежало и так осыпалось, так хорошо. Второе, чтобы, на которое рыба будет в основном клевать. Дует боковой ветер. Если бы у нас оснастка не лежала на дне, тогда поплав бы постоянно дрейфовал, его бы сносило течением в сторонку от места, где я закормил. Интересная поклевочка сейчас происходит. Чуть-чуть ткнуло два раза. Сейчас, видимо, насадку сместило чуть-чуть на более мелкую глубину. И антенка вышла чуть-чуть повыше. Сейчас будет доедать 100%. Оп. Закусываю, я не возражаю. Вот она, вот она, вот она. Топит. Видимо, пошла в сторону просто. Вот чуть-чуть поднимает. Чуть-чуть топит. Топит, топит. Давай. Наверное, надо подсекать. Оп. Так. Первая. Рыбка попала. Хорошка, хорошая. Нормальная рыбка. Опаньки, 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 опаньки. Какая замечательная плотва клюнула. Интересная такая поклевочка была, такая вот. Классная рыба, хороший размер, 100 грамм, не меньше, класс. А эту утку зовут поганка, их здесь много, это, наверное, выводок, еще одна и еще, вон какие красивые. Вон какой всплеск был сейчас на воде. Ходит здесь рыбка. Непонятно только, что за рыба это была, но всплеск был приличный.
Рыба на точке есть, это видно в принципе по поплавку. Иногда поплавок притапливает, видимо кто-то ходит, может быть задевает леску. Может быть это уже какая-то осторожная поклевка. Не крупная плотвичка клюнула. Такая небольшая. Ну такая. Ну, не крупная, но вялить пойдет. Ну давай уже зажевывай. Давай, давай, еще. Еще поднимай. Куда-то в сторону потащила. Потащила. Что-то клюнуло, ребят. Нормальная рыба клюнула. Подлещик попал. Аккуратно так клюнул. Я думаю, что тишина такая. О, красавчик губастенький клюнул какой.
Вот это тот, за которым я пришел сюда. Это уже поинтереснее. Я думал, почему такая тишина? Вот, пришел первый. Это хорошо. Очень осторожно клюет. Буквально по 5 миллиметров топит поплавочек. Не знаю, что это за рыба, но скорее всего это крупняк. Давай обозначь себя как-нибудь еще. Оп. Вот это плотва. Плотвень. Эй, стой. Сижу, смотрю на поплавок. Тут вот заметил, как цапля охотится около берега. Расстояние от меня до нее, наверное, метров 300, не меньше. Очень далеко. Видимо, высматривает каких-то лягушек. Оп! Кого-то поймала. И съела. Вот хищница какая. Любимое место для охоты у них там. Идут вдоль берега. Кого-то высматривают. И едят. Дальние родственники динозавров. Попал, дяденька. Подлещик. Долго я ждал его. Красавчик. Какой красивый какой. Попал на большой крючок. На большой крючок попал. На большой кусочек теста. Ну такой грамм 250, но все равно приятно. В общем, ребят, сейчас хочу зачитать часть одного комментария, который заставил меня немножко задуматься. Вот, потому что, скорее всего, есть люди, которые тоже думают, ну так же или чуть-чуть похоже. Но возьми ты трубку для коктейля и посади ее на любой поплавок, и будет тебе светлячок. И бесплатно, чем за $7 поплавки покупать? Я в шоке, хотя ты же на этой рекламе зарабатываешь по-своему. Просто интересно, есть ли еще такие безрукие лохи. Короче говоря, человек писал о поплавках, которые светятся в темноте. В общем, это поплавки. Вот такого вот типа. Такие вот поплавочки. У них внутри идет батарейка, поплавок раскручивается, вот эта вот батареечка переворачивается, вставляется, и антенка начинает гореть. Ну вот сейчас вот не видно, вот, но антенна горит в темноте, а ее очень сильно хорошо видно. Вот. А поплавки эти идут специально для ловли методом херабуна, вот, в частности для ловли со дна. Значит, если взять обычный поплавок,
насадить на него, как говорит человек, трубку из-под коктейля, которую надо тоже где-то взять. Я вот коктейли не пью, вообще в принципе не пью, поэтому для меня надо будет идти в магазин и покупать какие-то трубки для коктейля. Так вот, если насадить трубочку на поплавок, то получится абсолютно непонятная конструкция. Во-первых, эту трубку надо будет как-то герметизировать, для того, чтобы в нее можно было поместить светлячок. Во-вторых, в этой трубке будет скапливаться кислород, который будет играть как плавающий элемент. И в-третьих, надо придумать какую-то специальную закрывашку, которая бы герметизировала опять-таки антенку из соломинки, да, из-под коктейля, чтобы в нее вставил светлячок переломленный, да, и закрыл все это дело. Так вот, я считаю, что это на самом деле геморрой. Здесь у вас идет уже готовый поплавок, который не стоит $7, как пишет этот персонаж. Поплавок на самом деле стоит... вот этот поплавок я покупал за 231 рубль с бесплатной доставкой. А этот поплавок обошелся мне в 170 рублей. Плюсом ко всему я взял сразу же комплект перезаряжаемых батареек и зарядник к нему, который можно просто подключить к пауэрбанку и спокойно заряжать батарейки. Так вот, одной батарейки мне хватает на целую ночь, а одного светлячка, насколько я помню, хватает примерно на 5 часов. Понятное дело, то, что летом 5 часов это, грубо говоря, от сумерек и до самого утра, до того момента, как стало светло. А что делать осенью? Допустим, в начале октября, когда ночь реально длинная. То есть надо иметь запас светлячков, надо постоянно за ними ездить, надо их постоянно покупать, ну и каким-то образом все это дело делать. Короче говоря, есть рациональный подход к делу, а есть такой подход, когда ты больше времени убьешь на то, чтобы сделать что-то якобы бесплатно, но по факту. Тебе надо купить клей, тебе надо купить светлячки, тебе надо купить соломинку, тебе надо придумать какую-то закрывашку, тебе надо купить поплавок, чтобы его переделать. Ну это вообще бред. Короче говоря, ребят, не стоит пугаться чего-то неизвестного. Стоит просто хорошо подумать, проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы. Погода сегодня очень переменчива, как и клев рыбы. Только что было солнце, и вот уже пасмурно, налетели тучи. Только что были поклевки, а сейчас ни одной поклевки. Сорожка попала. Замечательно плакала. Пойдет. Ух ты ж, вот это да, вот это херабуна,
сразу две с диким подъемом. О, красота какая! Вот это красота. Вот это я понимаю. Рыбалка так рыбалка. Прикольно. Какая пузатая, отожравшаяся. Вон что, глистастая, глистоперая. Иди давай. Погода что-то совсем испортилась. На камеру надел мешок. Не знаю, слышно будет меня, не слышно. Зенит накаливаю. Все по-серьезному, короче. Если будет поливать, придется уматывать домой. Ну что, друзья, товарищи, только я собрался уматывать домой, и погода распогодилась. Начало светить солнышко, ветер затихает, но я уже выкинул в воду остатки прикормки, остатки теста, так что выбора нет, еду домой. Поймал я сегодня рыбки немного, но в принципе для осени такой результат. Не сказать, что прям ахти, но все равно что-то я поймал. Какую-то рыбку. Вот. Если учесть то, что сегодня с утра было всего-навсего 3 градуса тепла, и в течение дня было где-то плюс 6, плюс 7, то вполне нормальный результат. Получилось у меня поснимать для вас некоторые красивые поклевочки. Надеюсь, что они вам понравятся. У меня на этом все. Берегите себя, почаще ходите на рыбалку. И увидимся с вами в следующих видосах.